Всем привет, с вами я, Крейзи Дровосек, и сегодня будем играть в игрушку под названием Майнкрафт на версии 1.6.2. Сегодня со мной нет ни андроида и нету даже латпикселя, хотя я с ним даже никогда не играю. Но давайте сначала добудем еды. Курятина, мне тебе было жалко. Ну ладно, что ж поделать, нам же надо как-то выживать. Так-с. Лаги с текстурками. Ну, да ничего. Первое деревце. Поживем где-то сейчас, сделаем где-то в горе вот так вот. Сейчас мы продолжим дырку. Ой, сейчас чихну. Окей, поставлю на паузу, как я чихаешь. Как я отчихаюсь. Ну вот, я отчихался вроде бы. Ну, пока я отчихался, я уже успел взять кирку и добыть немножко булыжника. А это значит, что мы сейчас сделаем. Печку и инструменты. Так, ага, и надо бы нам еще сделать меч. Я видел где-то тут овец, где ты? Так, уголь. Тратим уже свою кирку деревянную. По-моему, 80 булыжников можно из нее выкопать. Насколько ли я знаю? По-моему, так. Ну, в общем, нам сейчас надо сделать факел, уголь, пожарить еды. Какая мне там сложность? Настройки мирные. Нет, поставим нормальную. И будем так по-нормальному выживать. Ну, а как же еще? Уже 7 угля. 9, ну, 10 углей, да, у нас будет. Нет, даже 12. 13 угля. 14, 15. 15 угля. Нормально. Для первого раза это довольно-таки нормально. Да, 15 угля у нас. Уголек. Нет, сделаем еще вот так. О, без палим. Ага, свинка. Росток и свинка. Там я еще видел свинью. Нет, это были грибы. Ну, грибы здесь не выросли, поэтому мы их соберем. Так, наш дом сзади, поэтому вроде бы я запомнил, куда идти. Вот, овечки. Овец. Курятина. Овечки. Вот это вот самый радостный момент. Когда ты убиваешь овечек, получаешь шерсть, и потом делаешь себе кровать. И спишь себе ночью. Кстати, уже скоро закат. Но это мне не нравится. Надо поскорее себе еды и сделать себе кровать. Окей. Хотя бы еще одно семя выпало, это будет вообще эпично. И начну уже делать ферму. Домик, все такое. Вот уже 2 семечка. Да, семя выпало, как будто на английском seeds. Быстро надо вот эту вот свинюшку зарезать. Нельзя ко мне задом поворачиваться. Уже у нас первый уровень, сейчас будет уже больше, да. Уже второй уровень. Нам бы зачаровательный столик, но куда? Куда в первой серии уже зачаровательный столик? Это уму непостижимо, это надо, сейчас посчитаю, раз, два, 5 алмазов, это надо 5 алмазов, как я забираюсь. Так, сделаем здесь вот так вот, чтобы нам не могли забраться. И все, занесем верстак внутрь, поставим печь. Раскопаем и здесь будем жить с первой где-то по 5-ю серию. То есть шахту здесь пророем. А в это время мы еще будем заниматься строительством домика сначала, а потом ферму. Ну, в общем, все по порядку. И вот так вот. Так, уголь и где-то. Ну, в принципе, сколько это? Это у нас будет. Блин, 12. Не мог. 4 умножить на 3. Фигово. Не так, не так, не
спим на полу, хотя на самом деле здесь даже и мобов не спавнится. Мобы, зомби, скелеты. Ау, окей. Ага, вон зомби. Значит, все нормально. Поставим вот так. И да, спать я, как уже говорил, мы не будем. Похаваем. Поставим опять в лавку это. И что мы будем делать? Что же мы будем делать? В принципе, сейчас вот так вот тут раскопаю. Посмотрим, какая высота. 75. Далеко нам копать. Да уж. В принципе, можно будет так копать. Но для начала нужно будет лестницу сделать. Так. Поставлю здесь лучше спаунпоинт, потому что я вообще заспаунился где-то посередине моря, и мне пришлось сюда перелетать. Да, как бы это читерски не звучало, но так... Блин. Чита? Спаун... А, все. Ошибочка, все. Ну, я вам говорю, я спавнился вообще-то посередине. Посередине моря, и мне пришлось тпшиться аж на координату 50 тысяч. 50 тысяч 76, ну, вы, короче, вы видели. И только так я смог найти сушу. Так, сейчас надо быренько деревце. Там зомби. А-ла-ла-ла-ла. Так, погасло это. Оставим здесь этот. Так, ну, в принципе, у нас здесь есть освещение, но сделаем еще вот так. Блин, жалко, что это не вот. Сейчас бы сделали себе яйцо жареное. Ну, в принципе, что делать? Чем вообще сюда полезли? Сейчас сделаем себе. Так, так. Топор. Ай-яй-яй. Вот. Так, так, так. Ну, 12 лестниц это мало. Это очень мало. Лучше что-то, чем ничего. 10 лестниц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, знаешь, это опасно так копать, но другого выбора нету. Надо хотя бы звуки поставить. Ага, там дождь. Ну, опять это поставь. Вот, меня всегда интересовало, это... А, нет, 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 все нормально. Да ё-моё. О, где-то рядом зомби. Скорее всего, это на улице. Ой-ой-ой, как мы об этом не... А, он здесь не забрался. Но все равно лучше перестраховаться. Вот. Все-таки я посплю. Да. Пока есть шанс. Вот, мы поспали. Пускай те горят, каличи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как он за... Каким образом? Ничего, умнее стали? Ничего, смарт-мовинг? Норм.
деревьишки. Надо немножко дерева, немножко. Надо, чтобы хватило. Ну, не на маленькую коробку, там примерно где-то блоков 10 на 10. Будет она выглядеть, конечно, сначала будет как коробка, но потом, если ее исправлю, будет корректировать, и уже будет получше. Нет, я люблю больше для строительства березку. Кто любит березу или дуб, ставьте лоиса. Да, это обязательно. Ну, как обязательно? У дерева есть рейтинг, да. У него есть рейтинг. Например, у березы рейтинг где-то 15, а у дуба рейтинг 20. Вы можете сделать так, чтобы береза был 21. У нее будет рейтинг больше. Ну ладно, с вами был я, Крейзи Дровосек. Подпишитесь на канал, позовите друзей. Ну а с вами я попрощаюсь на первой серии. И смотрите последующие. Всем удачи. Всем пока.